На футбольном матче в Гвинее погибло около 100 болельщиков. Столкнулись фанаты двух враждующих спортивных команд. Они не согласились со спорным решением судьи на последних минутах игры. Разгневанные болельщики команды «Лабэ» вышли на поле и устроили массовую драку. Полиция сразу применила против них слезоточивый газ. После этого испуганная толпа ринулась к выходу с арены. Несколько сотен человек в панике стали перелезать через заборы и стены. Большинство из них и погибло во время этой давки. Жертвами оказались даже дети и подростки. Тех, кто выжил, отвезли в больницы. Помощи врачей не ждали на полу переполненных медучреждений. Также сообщается, что в местном морге не хватило мест для тел погибших.